15 стратегических документов подписаны по итогам переговоров президентов Казахстана и Узбекистана. Глава соседней республики Шавкат Мирзиёев находится с государственным визитом в Астане. Соглашения и меморандумы затрагивают вопросы государственной границы, автомобильного сообщения, сельского хозяйства, производства, экономики, культурно-гуманитарных связей и не только. Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит его коллеги президента Узбекистана свидетельствует об укреплении взаимоотношений двух стран. В целом атмосфера взаимоотношений между нашими странами, можно сказать, кардинально изменилась в последние годы в лучшую сторону. Поэтому мы будем прилагать все усилия для того, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество. И данный ваш визит, естественно, сыграет очень большую роль, поскольку мы подпишем документы, которые определяют конкретные направления сотрудничества и союзничества наших государств. Касым-Жомарт Токаев вручил Шавкату Мирзиёеву высшую государственную награду Казахстана «Алтын Кран». Он отметил высокий вклад президента Узбекистана в развитие двухсторонних дружеских отношений, а награда является очередным символом братства двух народов. Казахстан – наш самый близкий, надежный и испытанный временем партнер. Не будет преувеличением сказать, что в настоящее время наши связи, черпающие силы из общей истории, единой священной религии, схожих обычаев и традиций, несомненно, являются ярким примером межгосударственного сотрудничества.